В рамках проекта «Российское село» и акции «Добрые дела» одинцовские единороссы успешно отработали запрос, который поступил от директора детского сада номер 85 в Больших Везёмах. Мария Кузнецова обратилась к партийцам с просьбой помочь с приобретением материалов для ремонта крыльца. Необходимый объем новой тротуарной плитки был закуплен и передан в детский сад. По словам руководителя фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслава Киреева, все социальные объекты, в том числе и детские сады, должны быть функциональными и выглядеть достойно.